проходит самый красивый и романтичный конкурс, который на одной площадке объединяет сразу трех специалистов свадебной индустрии. Лучшие визажисты, стилисты и флористы уже завершают свою работу над образами молодоженов. Итак, чей лук сегодня окажется наиболее экстравагантным и неповторимым? А главное, понравится ли он самим парам? Будем узнавать вместе с вами. На глазах у зрителей команды профессионалов превращали ивановских невест в ледяных королев. Да и женихи в процессе ожидания дамы холодного сердца тоже постепенно покрывались инеем. Условием конкурса 15 образов молодых пар должны быть выдержаны в теме зимней сказки. Хотелось бы развивать бьюти-индустрию, потому что, как правило, во время подготовки к свадьбе каждый специалист работает сам за себя. Очень редко они работают в команде и все вместе. Если визажисту и стилисту еще удается поработать вместе, но, как правило, флорист работает отдельно. А задумка данного конкурса была именно в том, чтобы собрать команду профессионалов, которые поработают с парой. Нужно правильно попасть в саму платье невесты. Это обязательно. Смотреть, насколько оно узкое, со шлейфом, или оно широкое. Тут зависит форма букета и его величина. Опять же, у меня невеста очень высокая, платье у нее достаточно пышное, с шлейфом. Поэтому, конечно же, букет должен быть именно таким. Wedding Look 2012 – это еще одна попытка объективно посмотреть, к чему сейчас стремится свадебная мода и насколько подиумная невеста приближается к реальной. Естественно, натуральность была, есть и будет всегда, но люди хотят становиться ярче, выразительней. Поэтому и свадебная индустрия развивается в этом направлении. За натуральность и естественность жюри назвали лучшим образ команды номер два. Это просто была работа, которая действительно, по сегодняшним тенденциям, по сегодняшним веяниям моды, она действительно видимость своей, законченный был образ, да, то есть и по макияжу, и по прическе, и аккуратность, элементность. Приз зрительских симпатий получил образ команды номер 14. Кристина невестой в своей жизни пока еще не была, зато сегодня точно поняла, на свою свадьбу рискнет пойти даже в самом эпатажном образе, так как чувствует себя в нем великолепно. Я похожа на императрицу, на какую-то, на Екатерину II. Невеста должна быть яркой, выделяться из толпы, потому что она невеста, весь праздник сегодня, как в этот день, для нее. Все должны внимание обращать именно на нее и на жениха. В номинации «Лучший визажист» стала Екатерина Белесикова. По ее словам, конкурс «Wedding Look» – это возможность показать все самое лучшее, на что способен профессионал в процессе работы над образом. Невесты часто не соглашаются на яркие и экстравагантные луки, так что душу отводить приходится только на конкурсах. Все здесь ледяное, ледяное сердце, куча снега. Также, допустим, холодный лимонный присутствует у жениха. Вот, в данном случае и макияж подобран здесь же, выбеленная кожа, выбеленные губы. И, естественно, в прическе все это поддерживается. Конечно, это, наверное, не для свадьбы на каждый день, скорее всего, не для свадьбы. Вряд ли кто-то это выберет, но зато посмотрят, что вообще можно. Посмотрим, может, со временем свадьбы действительно превратятся в настоящие карнавалы, а невесты станут не только самыми счастливыми, но и самыми непредсказуемыми в оригинальности своего образа. Нина Сардейская, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.